Что случается, когда женщина живет своими детьми и забывает о себе? Здравствуйте, с вами Виктория Власова, эксперт в области отношений. Сегодня поговорим о ситуации, когда женщина посвящает свою жизнь детям и забывает о себе, о своем личном счастье, о собственной жизни. Ставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы первым получать полезные советы темы отношений. Дети – наша радость. После рождения ребенка у мамы просыпается безусловная любовь. И она буквально с головой уходит в ребенка. Забывает про мужа, про себя. Для нее существует только ее малыш. И наверняка многие из вас подумали, но что же в этом плохого? Я не стану давать оценку, плохо или хорошо. С высоты своего профессионального опыта расскажу про последствия, и пускай каждый для себя решит. Итак, поехали. Если женщина уходит с головой в ребенка, то ее брак начинает трещать по швам. Мужчина не получает привычное внимание от нее и начинает искать то, чего ему не хватает на стороне. Сами понимаете последствия. Наверняка вы встречали мамочек, которые чрезмерно опекают свое, уже давно повзрослевшее чадо. Мало того, что они буквально забивают на свою жизнь и живут только жизнью ребенка, так они еще и суют везде свой носик. Пытаются уберечь своего ребенка от всех проблем невзгод. При этом они не понимают, что душат ребенка своей любовью. Не дают ему самому решить и выбирать, что для него хорошо, а что плохо. Помните о том, что вы не вправе даже своему ребенку навязывать свою реальность и диктовать, как жить. Вы можете посоветовать, если он спросит. Но ни в коем случае не заставлять поступать, как вы велите. Не ломайте судьбы детей и близких вам людей. Это их жизнь, и они могут ошибаться, взлетать и падать. Это их уроки, не ваши. Переключите свое внимание на себя, любимую. Вам дана одна жизнь. Так наполните ее смыслом, радостью, гармонией, чтобы не оставалось места пустоте или переживания. Помните, ребенок повзрослеет и захочет жить своей жизнью. Избавиться от вашей чрезмерной опеки, с кем вы тогда останетесь? Вы должны в первую очередь думать о своем личном счастье, крепких отношениях с любимым мужчиной. И в своем новом инстаграме я рассказываю о том, как изменить свою жизнь, как жить в гармонии с собой и окружающими на все 100%. Найти себя, стать любимой, успешной и счастливой. Подписывайтесь и следите за моими новыми статьями в инстаграме. Ссылочка на профиль в описании под этим видео. И там я учу всему этому. Если возникают вопросы, задайте в комментариях под этим видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. С вами была Виктория Пласова. Увидимся. До новых встреч.